сегодня, в этот прекрасный июньский денек, погода такая выдалась в кои-то веке для лета, для нашего лета, хорошая. Предлагаю с вами разобрать такую до боли банальную, простую ситуацию, которая может произойти в жизни каждого туриста. Да я уверен, что с вами тоже такое случалось, особенно если вы походник, активный турист такой, в группу, где-то в группе ходите. То есть, грубо говоря, собрались вы в поход, все такие упакованные, все взяли с собой, пилы, топоры, некоторые даже бензопилы берут, чтобы уж наверняка лес валить. Так вот, проделали нелегкий и дальний путь, нашли живописнейшее местечко, где-то в лесу, среди сосен, может быть, на природе. Начинаете все раскладывать, поставили лагерь, пришло время готовить еду. И тут вдруг выясняется такой момент неприятный. А где соль, собственно? Ну, тут сразу начнется, скорее всего, как, а ты же должен был взять, или там, Василий? То есть, грубо говоря, оказывается так, что вы все взяли, даже перец молотый. И у меня такое было, а соли нет. Перспектива идти куда-то там за много километров в деревню ради какой-то соли, она очень сомнительна. Желания нету, да и как бы такое вот основание ради того, чтобы за одной только соли идти, тоже нет. Конечно, можно принимать и пресную пищу, нет проблем, вы все равно покушаете, но вот мы настолько привыкли к такому, ну, к соленому, да, к соленой еде, что мы присаливаем всегда, что такая пища, ну, ее будет трудно очень употреблять, она покажется вам пресной, невкусной, кому-то даже противной. Но, как я уже не раз говорил в своих фильмах, отчаиваться абсолютно не стоит, друзья, есть выход и в такой щепетильной ситуации с солью. И сейчас я вам покажу несколько способов, которые сам лично пробовал и не один раз, которые знаю, как можно добыть соль в лесу, и тем самым избавив себя и свою группу от перспективы кушать на время вашего похода и отдыха кошерную пищу. Приступим. Самый, пожалуй, такой простой, хотя и довольно длительный по времени способ, это использование золы лиственных пород деревьев. Идеальным вариантом для подготовки золы для будущей соли будет служить орешник. Кстати, да, друзья, если кто-то по какой-то причине не знает, как выглядит орешник, вот я поближе подойду, покажу его. Вот такие у него листики. Его, кстати, еще называют лещина, если мне память не изменяет, как раз-таки благодаря форме его листов, напоминающих с виду леща, ну, рыбу. Значит, произрастает он у нас в средней полосе, ну, его довольно часто можно встретить, хотя, положа руку на сердце, не везде он есть. И если так случилось, что вот вы оказались, разбили лагерь как раз в том месте, где орешника нет, тоже отчаиваться не стоит. Для приготовления золы и нашей будущей соли подойдут, в принципе, любые лиственные породы, скажем, такие вот, как осина. Ну, осину-то вы, я надеюсь, точно знаете. Вот так она на ветру трепещит, да, дрожит. Еще же ей говорят, что дрожит, как осиновый лист. Вот, осину тоже можно встретить в средних широтах. В принципе, даже если осину вы не нашли по какой-то причине, но на крайний случай используйте березу. Березу уж вы точно в смешанном лесу найдете. В ней, правда, меньше содержания вот солей, в ней очень много минералов, но содержание солей маловато для того, чтобы хоть так вот почувствовать вкус соли. Меньше намного, чем в орешнике, но тоже на крайний случай сгодится. Ну что ж, про орешник я вам рассказал, и пришло время идти в лес на промыслы по заготовке орешника. Много я брать не буду. Все-таки не хочется деревья зазря лишний раз рубить, но покажу вам для наглядности. Сейчас какую-нибудь орешину я срублю. Вот, кстати, опять же, со мной мой любимый тактический штык, о котором я вам рассказывал в одном из фильмов. Вот с помощью него сейчас пойду и срублю небольшой орешничек.
Пойдемте в лес. Теперь, друзья, следующим этапом я вот заготовил веточки всякие такие и вот чурочки маленькие из орешника, который я сейчас срубил. Если вы берете сырую древесину, сырой орешник, то разведите костерок и дайте полежать немножко, пусть просохнет. Иначе вот я сейчас положил ветки, дым идет. Но он разгорится, кстати, да, на растопку костра я использовал то самое дерево, ту самую березу, которую я срубил, когда рассказывал о своих ножах. Так что ничего у меня никуда не уходит, она сухая абсолютно. Я ее использовал на растопку. Все, потихонечку сейчас это все дело прогорает. Я еще раз говорю, что этот способ, он довольно длительный. Он не трудоемкий, но он длительный. Потому что сейчас только этот этап еще идет у нас, но в следующем этапе будет еще интересней. Ну а пока вот это у вас все горит, вы можете вполне заниматься какими-то другими бытовыми вещами в лагере. Если озерцо, то идите на рыбалку вполне, или там вскипятите воды. Вот, то есть все неспешно делается, никуда спешить не надо. Сидим, ждем, любуемся природой. И потихонечку подкладываем, сжигаем наш с вами орешник. Ну вот так потихонечку подкладываем. Все у нас с вами это должно сгореть. Вот на выходе у нас должно получиться с вами вот такое вот хозяйство, зола, песочек такой меленькое. Ну, тут есть и более крупные фракции, но ничего страшного. Я сделал столько, ну, для того, чтобы вам просто показать. Вы же можете заготовить себе то количество золы, которое вам потребуется для приготовления соли. Теперь мы это все хозяйство берем и аккуратно ссыпаем в котелок, в кастрюльку, неважно. Вот так вот. Тут еще до конца мелкие уголечки не прогорели, но не беда. Вот, нужно вам больше соли. Заготавливайте больше золы, что называется. Орешник, да, я забыл еще сказать, он горит. Он горит медленно, поэтому сразу я еще раз оговорюсь, что способ этот, он долгоиграющий. Но плоды свои он принесет. Вот, засыпали в котелочек и заливаем кипяченой водой. Горячей такой кипяченой водой. При этом много не заливаем, но я вот на свое количество. При этом очень хорошо это дело все нужно перемешать. Вот, после того, как размешали, должна получиться вот такая вот масса. Далее мы это все дело с вами накрываем крышкой и убираем часа на 3-4, не меньше, настаиваться.
Лучше всего, вообще я вот как делал, лучше всего это делать к ночи ближе. На ночь спать ложитесь и оставляете котелок настаиваться на всю ночь. Ну что, мужики, с момента того, как я поставил нашу с вами залу, залитую кипятком, отстаиваться, прошло 3 часа 20 минут. Солнце потихоньку к закату клонится. Пришло время попробовать этот наш с вами раствор. Я-то раньше уже делал, поэтому я знаю. Ну так, для чистоты эксперимента. Да, да. Ощущается такой привкус солоноватый. То есть содержание соли здесь имеется, это точно. Это, конечно, не поваренная соль, которую мы привыкли дома заправлять, там, я не знаю, супы и различную пищу. Вот, ближе поднесу. Вот она, еще раз вам покажу ее. Ну да, солененькая, действительно солененькая. В принципе, вот этой жидкостью уже можно, ее можно добавлять в пищу при приготовлении, но также ее можно выпарить, то есть поставить на огонь и потихоньку помешивая, то есть на такой не сильный огонь, выпаривать, пока вся вода, соответственно, не выпарится. В итоге у вас получится такой типа песка. Вот этот песок и будет солью. Его также можно добавлять в пищу. Ну что ж, друзья, надеюсь, с этим способом всем все понятно. Если вдруг все-таки возникают какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Я буду стараться отвечать на ваши вопросы. Такой способ, он наиболее практичен, особенно в лесу. То есть добыть золу вообще не составляет никакого труда. Ну и далее развести вот этот соляной раствор. Да, я еще раз подчеркну, что не подумайте, это не та самая пищевая поваренная соль, которую мы привыкли использовать в быту. Конечно, вкус отличается. Он напоминает, знаете, как активированный уголь, посыпанный солью, так скажем. Но, тем не менее, вы скрасите себе пресную пищу вот таким раствором, добавляя его при приготовлении. И сейчас я вам расскажу о втором способе добычи соли в лесу. Мы с вами переходим к теоретической части. В мае и летом в лесу поищите кислицу, она же борщевка или заячья соль. Кстати, в детстве мы ее собирали и ели. По вкусу она напоминает щавель, а называли мы ее заячья капуста. Помимо такого яркого, насыщенного вкуса, кислица обладает еще и рядом полезных свойств. Поэтому ее активно применяют в медицине, используют, и зовется она по-научному кислица обыкновенная. Довольно плотные скопления этого растения можно найти возле стволов взрослых елей, в низинах, куда редко проникает открытое солнце, в тенистых и влажных местах в мхах. У этой травки нет стеблей, а толстые листочки в виде сердечка растут сразу от корней. Растение цветет с поздней весны и до раннего лета. Кислица полностью расправляет все свои 3 листочка, когда на нее не попадают солнечные лучи. В жаркую погоду травка увядает. Чтобы получить заправку к пище из кислицы, ее нужно заварить. Залить кипятком и дать настояться. Предварительно перед заваркой кислицу стоит хорошенько промять на манер капусты на засолку, для того, чтобы она выделила сок. А если же вы хотите получить кристаллики соли из кислицы, то сок ее необходимо выпарить. А кислица, друзья, может послужить вам не только в качестве замены соли, но и здорово обогатить вкус пищи, заменяя при этом сок лимона, уксус, ну, щавель, в конце концов, в супе. Ну что ж, дорогие друзья, вот я вам рассказал о таких нескольких доступных и практичных способах, как можно скрасить отсутствие соли в вашем походе, добыв ее в лесу. То есть вот кислица и зола. Нет, есть еще, конечно, солончаки.
это, так скажем, почвы с очень низким плодородием. Там грунтовые воды, они сами по себе имеют такой солоноватый вкус. Но, во-первых, эти солончаки, они есть далеко не везде, их еще найти надо. Не факт, что вы их найдете на вашем месте стоянки. И это потребует от вас каких-то уже, ну, трудозатрат, так скажем. Эти два способа, они наиболее доступны. Ну что ж, я буду заканчивать. Вы следите за каналом. Мы придумаем еще что-нибудь интересное и разберем с вами. Ну, скажем, как добыть сахар в лесу. Тоже вещь полезная. Ту же воду. Я вам хочу пожелать огромной удачи в походах. Ни пуха вам, ни пера вообще. Ну и пока, до новых встреч, друзья.